С утра съел, короче, кашу. Уже в силы были. Должен быть вкусным. Очень вкусным. Выглядит круто. Блин, он весит. Ты не поверишь. Он по размерам такой же, как мой старый. Но мой старый микшер весит где-то 400 грамм. А этот мне идет. Я не знаю, кирпичи, что ли, опять. Он, короче, тяжелее Шура. Он 1,8 килограмма, прикинь. Он такой же маленький. Не знаю, внутренний блок питания там столько не может весить. А весит, короче, блин. Я не знаю, почти 2 килограмма, ты прикинь, микшер нахрен. Нифига себе. Что они мне положили там? Потому что они их, два их мне положили. Не знаю. Как-то у меня спрашивали: Костя, а какие сейчас самые топовые онлайн-игры? Конечно же, самые топовые онлайн-игры на gamets.conscar.ru. А при регистрации нового аккаунта ты получишь приятный подарок в игре. Все ссылки в описании. Эй! Ну что, я вернулся, блин, смотрю сюда. Здесь камеры-то нет, она теперь сбоку. Пускай сбоку и стоит. Я вернулся! У вас члены на лице, к кому я обращаюсь сейчас. Ну, не к своей базе там, не к своей аудитории, а именно вот, а не знаю, уёбки эти, блядь, партнерские, блядь. Ебать вас, блядь, этим гарпуном каким-нибудь в задницу, блядь. Ну что, открываем. Не знаю, что вернулся. Как уйти из своей любимой игры и заново в нее вернуться? Спроси меня. Короче. Не знаю, что-то получил, поехали. Немного одну качку скатаем. Вот, уёбки, блядь. Все просто уёбки у них в партнерах, блядь. Все, блядь, эти уёбки, короче. Уёбки, блядь, да, все. Одно слово для них, вот. Уёбки, блядь, все там, нахуй. Ну, почти все. Понятное дело, что есть исключения там. Вот. А ну, в основном, все уёбки там, блядь. Пошли нахуй. Так, все, я держусь, воздерживаюсь от всего этого. Значит так. Ронда, да? Ну, давай, попробуем что-нибудь. Короче, ладно, все, поехали. Остановился я на том, что в прошлой части видео я тебе рассказал, что я заказал микшер, да? Ой, микшер. Микшер, да, все правильно, миксер другое. В общем, заказал микшер. И сегодня он уже все там, вроде сортировка, все прошло. В общем, сегодня утром. Я почему не сплю сейчас? Ну, я уже поспал, кстати, я выспался вроде вам. Не знаю, не могу никак сил набраться на то, чтобы запустить стрим. По недавно вроде у нас осталось, да, папка КНД была. Недавно. Far Cry. Это вот по плану ближайшее. Почему я хочу запустить стрим? Вот, как ты видишь, геймерское кресло мне пришло. Я уже говорил об этом, уже видео есть на канале. Удобное, очень удобное. Мягкое очень, капец. Подушки вот эти вот и под спину, спина, и все. И хорошо я отрегулировал, настроил. Высота вообще бомбическая. У меня просто большой рост, и мне как раз хорошо. Мне даже немножко пришлось приспустить, потому что я привык к низкой вот этой туваретке, вернее, стулу этому деревянному. В общем, после деревянного стула, на котором я сидел, это просто что-то невероятное. Это то, чего у меня никогда не было, это то, на чем я сейчас сижу. Это офигенно. Оно с регулируемыми подлокотниками, профессиональное, все, да. Взял черного цвета. В общем, все четко. Все офигенно. Вот, я остановился на том, что мне микшер, да, я заказал микшер, все, он уже должен сегодня утром подойти, я поспал, наверное, сегодня утром пойду забирать его в два раза дороже, ну, почти в два раза дороже того, который у меня был, который сгорел, вот у меня, ну, он как бы работает, но там линии выгоревшие, то есть никак микрофон не подрубить, не знаю, можно отремонтировать, но я уже рассказывал, что там эти, я разобрал у него эти, ну, эти микро... Микрочипики вот эти вот. Они, маркировка закрашена, я не могу понять. То есть я хотел заказать такой же, перепаять под паяльный фен. А там нет маркировки, то есть я не знаю. Они закрасили и все. Ну, специально, чтобы не ремонтировали, блин. Надо принципиалку искать. А я, блин, в интернете погуглил, нету, короче. Не знаю, подбирать как-то, может быть. Посмотреть, что в других микшерах стоит. И что-то похожее взять. Ну, может быть, займусь когда-нибудь ремонтом его. Просто сразу сходу не получилось понять. Подожди, я сейчас пойму, что звук окей. А вроде совпадает, но у меня все время то пробрасывается четко, то пробрасывается нечетко. Я уже даже понять не могу, блям. Вот, все, верчу, кручу камеру, не знаю, как лучше поставить. Решил сюда поставить. Пускай будет пока так, потом, может, еще переставлю ее. Так. Ну вот, он практически в два раза дороже предыдущего моего микшера. Ну, там, на 1.8, если быть точным. В общем, он уже среднего класса. Ну, то есть, не должен вроде как гореть, по идее. Ну, я рассчитываю. Но надеюсь. Не знаю. Я постараюсь
ну, его аккуратненько, чтобы на горячую не передергивать, потому что все линии у меня сгорели на том, что я на горячую подключал. Ну, в смысле, он рассчитан на это должен быть, но там, короче, я уже рассказывал, что, из-за чего я предполагаю. В общем, неважно, придет. Так, у меня рюкзак, как всегда, блин. Все есть, кроме рюкзака. А я уже, блин, надо дверь оставить открытой, чтобы не забывать, где я был, где не был. Короче, он придет. Ну, я, понятное дело, сделаю анбоксинг и попробуем его. Мне нужно частоты на шурике моем вот этом вот подровнять, чтобы было вообще четко. Выкрутить ну, как его, гейт или как гайд, гейт. Да, правильно. Вот. И подровнять частоты, чтобы они были ровные. Ну, чтобы дорожка, получается, как она идет, чтобы она выровнять ее, чтобы она вот была прям яркий такой звук. То есть там, где не хватает средних, подкрутить средних, низкие. Ну, низкие, я не знаю, низкие, может, даже не надо трогать, может, чуть-чуть, потому что здесь уже есть вот эта регулировка, я ее дернул, все. Ну, может, еще подкручу, и там высокие, и средние. Ну, средние, наверное, выкручу хорошо. Короче, посмотрю, подрегулирую, посмотрим, как вам будет. Вот, микшер среднего качества. Должен быть вкусным, очень вкусным. Выглядит круто. Блин, он весит. Ты не поверишь, он по размерам такой же, как мой старый. Но мой старый микшер весит где-то 400 грамм. А этот мне идет, я не знаю, кирпичи что ли опять. Он, короче, тяжелее шура. Он 1,8 килограмма, прикинь. Он такой же маленький. Не знаю, внутренний блок питания там столько не может весить. А весит, короче, блин. Я не знаю, почти 2 килограмма. Ты прикинь, микшер нахрен. Нифига себе. Что они мне положили там? Потому что они их два их мне положили. Не знаю. Типа, ну, посмотрим, но как бы тяжелая посылка — это показатель качества того, что там в нем либо корпус может тяжелый, ну что тоже, в принципе, приятно. Либо, я не знаю, что там внутри такое может быть. Чем он там напичкан, что он такой тяжелый. Так, а я прям на краю зоны, смотри, как хорошо, как вкусно. Ну, в кресле вообще сижу, и ничего не болит. Вообще ничего не болит. То есть спина не устает. Потому что, ну, там, ну, тут правильно подушка, все. Вообще все хорошо. О, мягко, ничего вообще. Я проблем никаких не испытываю. А, вон там он. Будем называть вот этот, слушай, вот эти посты, они как в Far Cry 6, да, такие у дороги. Ну, вот такой шлемак выпал, офигенный. Тигрина. Кошачий такой. По-настоящему, так сказать. Хороший шлемачок. Приятный. А, вот. А, камеру надо еще, наверное, как-то немножко подровнять. Там, мне кажется, она пониже ее, что ли, опустить. Тут верхний монитор не захватывал. Ну, или как. Я его все равно буду захватывать. Ну, куда тут заехать? Не знаю. Это, во-первых, российские сервера, во-вторых, здесь у нас... что там? Ну, раннее утро. Ну, хотя не, народ уже может появляться. У меня снайпы нет. Ну же, давай тогда в дома ближайшие заеду. Ну, новая тачка, давай ее возьмем. А, полный бак заправлен. У меня бензин быстро кончается вообще. То есть. Ну, я думаю, играть мне теперь будет вообще одно удовольствие. В этом кресле. Прямо очень хорошее. Хорошее, вкусное. О! Как это называется? Пинг-понг или теннис? Как это?
Теннис это же большой, да, такая площадка. А это пинг-понг, что ли? Бля. Ну-ка. Ну все, вроде нормально. Да, в идеале, конечно, в этой игре всегда надо третий рюкзак искать. Прям вообще всегда практически. Так, патроны скину, стрелять по не по кому, по идее. Так, Дургунов есть. Возьмем, не? Наверное, нет. Найпу, если найду, возьму. Давай, 24, например. Про жопа есть. О, это чё? Посылочки какие-то, что ли? Что-то упаковано. А вот там что такое? А, это листик. Вот листик. Я с утра съел, короче, кашу. Уже в силы были. И... Ну и жвачку жую. Ну, чай выпил еще. А, ну хотя бы мощнику возьму. Мощника тоже пойдет. Ну и все, ну что-то поговорить не о чем больше мне. Что-то как-то обычно у меня прям вообще есть информация, которой можно поделиться, а сейчас что-то вот и нет. Что-то только микшер получить и все. А, еще будем смотреть, куда пойдет. Ну да, что плавает такое, ну-ка. Ага, я тебя услышал. Не, ну туда попасть это надо. Угу. Попробуй еще попади, блин. Ну, встань-то, а. Не? А, у меня патрон всего 15 было. Так. Нахер я попаду по этой головке, я не знаю. Надо уметь. А, ну давай заедем в ангары, что ли. В ангарах побываем. О, зайдем на дроп. Да, дроп надо взять. Дроп надо взять. Наверное, по-любому. Посмотрим, что еще будет на дропе этом. Уезжаем прям. Ух ты, блин, я думал, сейчас голову сломает. Так, ладно, смотрим, что там. А я не знаю, ФАМАС это что? Как он вообще стреляет, ФАМАС? Ну-ка. ФАМАС, блин. Я не знаю. Ну, давай поиграем, что я с ним никогда не бегал. ФАМАС. Да, по-моему, отдача тяжело контролируется. Надо какой-то компенс. Так, куда въедем? Компенс искать въедем. Сюда.
Фамаса всего 30 и нету никаких его магов. М24 есть. Давай возьмем. Здесь тут лутался. Так, стоп, секундочку. А, достаточно хаешь, хватит мне. Фамас. Ага. Чем она хороша? Дамаг, может, хороший? А бомба что-то не очень. Где кто стреляет? Я тебя не вижу, блин. За кустом. Ну, бот, а. Ну, подожди. Помазаю. Попробую. Ну да, дальше у него так, знаешь, шатает. Пошатывает что-то его. Компенс, ищем компенс. О, канализация какая-то. Две плюхи дал. Ты чё? Ну-ка. Отлично. А, что-то как-то он мне не особо нравится, это ФАМАС, блин. О, пламегаз, ну-ка. Где ты? А что, у него компенс будет? Думаю, туда попал вообще. Какой там подъемник? А как он реально туда попал? А, вот тут? О, батяра, блин. Так, тачечка моя. Встал в ангаре. Ну, еще на тачке катается. Блин, началось. Так, мне куда-то вот по дороге надо. Аккуратно по дороге едем. Не паникуем. Поднажмем. Блин, надо прямо вот сюда заезжать сразу. Топим по максимуму. Сейчас летать начнет машина. Хотя не, она тяжелая, смотри, норм идет. Хорошо. Аккуратно, аккуратно. Здесь может уже кто-то быть.
Надеюсь, меня не видно. Нужно бустануться. Так, отлично. И вот я начинаю. Ну-ка, может, ЛМ мне сбросит. Так, пойдем туда, не? Ну, я не знаю, это прямо открыто туда идти не хочу. В доме, может, кто-то сидит в светилках. Так, сейчас, может, кто-нибудь на него пойдет, на этот дроп, а я его как раз таки... А, он стреляет, не вижу. Что-то машина завелась, что ли? Так. А, по-моему, материал. Да ладно тебе. Нам перестреливаться на таких дистанциях нет смысла особого. Да вот там чё? Так, а дроп, по-моему, никто не лутает. Надо сзади посмотреть. Кто-то сзади может быть. Ну, тачка есть, я могу въехать. В принципе. Ну, у меня такое чувство, что сзади никого и нету. Сейчас посмотрим. Да, вроде нет. Всем живых остается всего. Я знаю, резко метнемся куда-нибудь на гору. Бля, он в зоне, да? Это получается к нему, что ли, я еду сейчас? Ну-ка. А, нет, это куда-то туда. А, вот тот был там. Мы с ним встретимся. Сейчас посмотрим, что будем делать. Пока что я не знаю, что можно придумать. Так, ну, мне это, конечно... А там все, машина не нужна, по идее. Обновили шлем, бронь. Угу. Так. Ух, ничего себе, не, я его брать больше не буду. Ну нахрен. Отдача прям вообще не контролится. А подожди, надо крутануть. Я не в зоне. Это опасно, может быть. Надо крутить. Ой-ой-ой. Блин, печальненько. Не успеваю крутить. А, убегаю прям на него, блин. А, убегаем. Блин! Это он меня обхитрил, что ли, так? Блин.
Специальненько. Да он вот наверху был, он, видимо, остался там, и хренак вот так, да? Походу, да, я не знаю, может, другой какой-то там зазвонный был. Так, ладно, давай еще одно. Ни одной недостаточно. Так, а что у меня там есть? Что-нибудь? Подожди. Меня интересуют имена. Сколько у меня? А, у меня нету, да, купонов? А, один всего. Так, а 390 голды, это же она сгорит скоро, да? Или нет? Наверное. Подожди. Можно тогда два открытия сделать за голду. Одно. Блин. 10 не хватает, чтобы два сделать. Или сколько там? 200 голды же? Одно открытие. Или можешь что купить какую-нибудь херовинку? Ну, типа такое. Че это? Херня какая-то. Что у меня возникает? Все время чувствую, что у меня звук постоянно куда-то как-то не совпадает. Ладно, повторяем. Все то же самое. Так, ну, в прошлый раз я на Мирамар падал, теперь мы пойдем в сторону Рангеля. Куда-нибудь, не знаю. Да, ну сюда может быть. Может и со мной кто-то полетит. Так что я очень жду этот микшер. Когда он уже... Привет, он на самом деле задержался, я думал, он раньше придет. На два дня раньше, я думал, придет. Он задержался немного. А другая посылка там вообще... Ну, он вместе с микшером придет, она там... Ну, там ничего такого. Этот микшер, это прям вообще... Я думаю, что с этим микшером я звук уже наконец-то вообще все. Это все, это финал почти. Ну, еще мой заяц на один. Я допаяю под рублем. А так, можно сказать, это уже финал. Но она не особо там что-то даст. В основном микшер. Ну, что-то даст, наверное. Что-то какое-то, может, что-то и будет там. Смотрим. Самое главное, это микшер, чтобы все правильно настроить. Правильно вот выстроить вот эту полоску. Да, вот здесь прям FPS чувствуется хороший. Вот, ну и дальше, так как у меня микрофон есть, аудиотехника, микшер, Altron, все это есть. Ну, по мелочи осталось только T-Decor, это я просто хочу его затестить взять, но пока что, наверное, нет. Типа, нет смысла тратиться. Я не думаю, что он там прям что-то мега-мега, но вроде неплохой. Говорят, с ним звук посолиднее. А вот, из мелочи это вот T-Decor, да? Пантограф. Звук есть. Геймерское кресло есть. Так, монитор 165 Гц у меня теперь уже. Ну, уже давно. У меня видюха столько не выдает FPS, сколько выдает монитор. Поэтому
Следующее, что я думаю обновлять, это видюшку. Но не принципиально, честно говоря. Я уже настолько привык к 100. Вот у меня моя RX выдает 100. Ну, 100 где-то она прыгает. 100-160 может где-то в каких-то местах. Но в среднем это где-то 100 кадров плюс-минус. Вот так. В среднем, если. То есть где-то 80 может, где-то там 120, да, где-то 160, где-то 108, где-то под 200. Ну, то есть, а средняя это вот где-то в районе 100. Дает. Мне этого хватает, но хотелось бы, чтобы средняя у меня как раз было бы 165 под монитор. Поэтому следующее, если с техники брать, то, наверное, видюху. Вот. Да. Я просто думаю, что-то я еще хотел. Не, вроде все. Геймерское кресло купил, микшер купил, микрофон купил. Монитор нормал уже с лета. Ну да, все, только видюху мне... вспомнил. Я думаю, что-то крутилось, еще что-то. Стриминговый ПК. То есть, если я покупаю видюху, я ее, соответственно, вставляю, куда у меня там все нормально становится по видюхе, то есть могу все нормально, всякие эффекты добавлять на стрим и так далее, без проблем. То мне надо ниже медиума что-то ставить, чтобы не так пиксилась картинка, что ли. Не знаю. YouTube, конечно, все равно ее, блин, подпарчивает. Процессор стриминговый ПК, другие. То есть у меня там стоят 2 E5-2689 1011 сокет. Надо поставить 2697V2. Они, по-моему, они недорогие. Это самая вышка. Самая вышка под эту материнку. Под V1 версию 2011. Просто 2011, которая не V3 ZDR4, которая просто ZDR3. Вот. Туда поставить вышка, по-моему, там 2697V2. Это стоят 8-ядерные. А будут стоять, по-моему, 12-ядерные. То есть 24 логических ядра в одном. То есть 48 суммарно. Вот, и уже вместе с ними, по-моему, я даже ниже медиум поставлю, чтобы картинка была почетче. То есть видюха и процы. Не надо, процы должны мне дать. Ну, чтобы картинка была более четкая. Почему скин не наносится? Нанесись. Все набрал. А, не все, еще надо это. Вилмак. Ну, может быть, даже этот РПЯточку. Вертикалочку. Так, а я на семерках. Ну, еще пачек семерок надо найти. Так, ну и все, я надо это, да. А, прикольно, колодка тут. Карта реально хороша. Вообще, претензий к этой карте нет. Ну, за исключением, что я говорил, что неплохо было бы сюда добавить вот здесь вот сбоку еще зимнюю. Как здесь чуть-чуть мировар, также чуть-чуть еще викенди добавить. Было бы прям вообще. Было бы очень хорошо. Так, может на 6x приключиться? Подожди, давай на 6x. Мне 6x как-то больше нравится. Он такой более универсальный, что ли. Ну, в конце просто 8x не особо-то нужен. А так-то 6x может до 3x крутить, и очень хорошо. А.
Так, лучше пускай будет у меня контроль отдачи. Значит, да, видюха и процесс остался. Ну, я еще конденсаторный микрофон хотел паять, там, он тоже можно заказать. Ну, его чисто буду подключать, когда под вечер там устал. Тихо говорю. Он будет получше. Ну, он же как бы для СМРов, эти все конденсаторные. Больше, ну, для шептунов, что ли. Ну, и плюс он будет улавливать клаву, минус. Поэтому я вообще-то предпочитаю динамически, например, Shure SM7B, который у меня сейчас шкан. Это бот открыл так дверь или... Или кто? Вроде там никого. Так, ладно, надо ехать дальше. У меня там осталось, короче, в подвале банка компота. С ежевикой последняя, которая самая вкусная. Моя ежевика и яблоки. Вкусная. Вкусная банка с компотом. И я вот все хочу открыть, но думаю, надо оставить ее на Новый год. Нет, не знаю, открыть ее, пойти сейчас, может. Или оставить. Ну, на Новый год у меня еще много березовых банок. Ну, с соком березовым. Там, с лимончиком. Есть просто березовый без всего. Ну, прозрачный. Есть с лимончиком. Он как апельсиновый сок. Ой, с апельсином, как апельсиновый сок, реально. А есть с лимончиком. Вот он такой тоже, как лимонад. Почему я вообще предпочитаю добывать березовый сок? Ну, потому что он полезный, у него много витамина, он гоняет билирубин, то есть очень полезно. Придает энергии, сил.
лучше любого энергетика. Его можно пить как заместо энергетика. Он, конечно, не будет давать такого эффекта энергетического, потому что на нем нет вот этого кофеина или что там. Потому что сердцебиение увеличит, да? Но, тем не менее, зато он полезный очень. Вот это стрельба, да, ты представляешь, это кто-то бот так по мне жарит, или это читерас просто какой-то, блин. Ну, это же как этот читерас ты так же играет. Видишь, он прям стреляет по мне, блин. Или что это? Что это такое? Вот как это такое возможно? Ну, что это такое? Ну, это читер какой-то где-то, блядь, стреляет. Куда он стреляет? Или ему... А может, нет, может, просто увидел и стреляет по приколу. Как его знает? Ну, что, откуда это летит такое? Это вообще непонятно. Это что, типа, какая-то машина заезжала? Или это так, наверное, просто нарисовано? Нарисовано просто так тут. Не знаю, кто тут стреляет. Ну, давай в тачку. Поедем куда-нибудь в гору. Да, игра под утро очень интересная, когда народа нету. О, зашибись, бля. Откуда ты лупишь-то, бля? Ну что, нормально машина? Колеса нету. Она переднеприводная, да, получается, раз она так все равно тащит нам. Ну что, нормально едет. Заднего колеса нет, а прет хорошо. Опа, дроп. Давай возьмем. Если там, конечно, его еще уже не взяли. А, взяли уже. Клад меня заносит немного без колеса-то. Где-то? Ну-ка, давай я ему сейчас буду. Куда поехал? Вот поехал. Ну и вот вся игра, да, то есть под утро, когда народу мало, никого нет. Ноль киллов уже, меньше 20 осталось живых, а ноль киллов. Да, он уехал. Куда-то смотался. Блин, слушай, вот сижу, даже задница не болит на этом кресле. Потому что на стуле твердом сидел, у меня уже задница бы начала болеть. А тут все мягко, норм вообще. Что, мне показалось, что ли? Блин, да, реально. А, и троинки, они тут работают так вот, что... Потому что они специально так делают. Кажется, что челик вот тут. Хопа. А нет никого.
Ой, меня собьет сейчас. Играл бы, если он с щитами, с радаром, точно сбил бы. Слушай, 6 живых осталось. Зона еще громя, надо 6 живых. А кто тут сбоку еще кто-то? Кто-то еще сбоку по мне. Вот он. Слышь, блин. Надо вбегать. Хотя, может, не вбегать, у меня этот есть. Рюкзак. Ах ты, блядь, у него еще АВМ. И даже если у меня третий был бы. Меня бы это не спасло. Бля, убегало все. Что я могу сказать? Все очень таки плохо. Не знаю. Можно от первого случайно карта. Если станок выпадет. Это что, ронда? Ронда огроменная. Слушай, что-то как-то катки, что ли, стали быстро идти? О, каракин, хорошо. Не, каракин, я сейчас с удовольствием поиграю. Да, прям, знаешь, ностальгия какая. Вот я вспоминаю сразу 19-й год. Конец 19-го. А, я прям помню этот год. Я прям вспоминаю эту пиццу, которую делал. Он сделал пиццу, съел пиццу. И сел за свой плавившийся. Ну, короче, процессор, который там с материнкой. Он так грелся, что плавился. У меня фикс какой-то 8150, по-моему. Я такой охеревал всегда от того, что он... Ну, что-то там, не знаю, что-то неладно. Сметенка, по-моему, с мостом было. Я, короче, сделал пиццу, ем пиццу. Сижу, запиваю лимонадом. И на каракине катаю, короче. Ну, я, по-моему, даже видео, топ даже взял с 6 килая. Ну, здесь так получилось, что здесь что-то я много не набил. А, потому что игроков не 160. Ну, прикольно, короче. Ностальгия, в общем. Это было уже очень давно, получается. 4 года назад. Ну да, конец 19-й, конец 23-й сейчас, да? Получается, да. 20-й, 25-й. Да, 4 года назад. И потом резко херак и ковид. Все, всех в маске. Ну, короче, каракин мне это напоминает. Особенно вот то место возле корабля. А, ронда вот что хорошо играет, она ничего не напоминает. Поэтому я вот не играю с удовольствием. Ничего не напоминает. О, зашибись, бля. Ну-ка, давай, сбивай, а я аж про мутацию буду.
Ну, давай. А, проще добежать до следующей. О, автобус бахнем. Понял, с ботами загрузился, мел. Ну, да раньше хорошо было, выбор сервера был. Ой, куда ты, бери, уйди отсюда. Короче, играем вот. Вот так будем играть сейчас. Все, затор попередергивал. Ну ты чего не лезешь-то? Ага, пойдем там еще утонем. Ну тут бы игра, блин. Попытаться зайти, блин. С утра. Не, если с VPN зайти, то можно поиграть, блин. У меня VPN там. У меня встречал логин пароль, я не помню, какой там создавал. Почему, блин, вход слетает? Так, это Драгунов. А вот не знаю, какой же лучше-то, вот этот или вот этот будет. Не знаю, пускай будет этот. Так, все, девяток набрал. Семерки есть. Ну все, только играть остается. Да. С ботами, походу. Не, в конце должен быть, все равно реал. Так, погоди, бинты еще пачку возьму. Все, теперь можно играть. Не, я, наверное, не дождусь, я пойду открою эту банку. Ну, год я лучше беру за сок с лимончиком или с апельсинчиком откроем. А сейчас пойду открою с ежевикой, яблоком. Банку с компотом. Прям пить что-то хочется вообще, капец. Так что сегодня выйдет два ролика. Один по кружке. И сразу же за ним этот. В котором я что-то просто зашел. Но я не могу не зайти в папку. Я не знаю, у меня привычка осталась заходить в папку. У меня раньше всегда привычка была заходить. Сейчас осталась привычка. Ну. Стримить я ее не хочу, потому что мне партнерку не дали. О! Ну вот этот эффект слетания каски просто эпик. Ее прикольно, да, знаешь, подойти, взять ее. Стой, подожди, она же здесь остается. Она же слетает. Да, реально слетает с тренета. А, такой прикол с каской сделали. Не, вот это вообще зачет угар. Молодца. Если мне партнерку дали, я стриму каждый день приду. Не так, не хочу.
Так. Набрал энергетиков. Набрал. А я там чел был, вон пропал, наверное. Подземелье ушел, что ли? Где-то. Это бот бегал. Ну и вроде скин на голове был. Какая же кракен вкусная карта. Блин, туда опасно тебе сейчас там. А, пол. Нифига себе, ты что, не услышал, что ли, что я не могу понять, блин, по поводу отдачи контроля, блин, как я привык контролить, наверное, с коррель. Я не знаю, делаешь пержив, я даже не знаю, как с этой пушкой, хотя, казалось бы, здесь вообще контролить ничего не надо, что-то херня. С скинами вообще? Я не знаю, кто это был. Бот, не бот. Ну, вроде как Реал себя повел. Вроде бы. А так я не знаю. Так, ладно, пойду скажу, может, все-таки я. Не, Каракин прям хорошо. Каракин бы целыми днями катал бы без остановки. Потому что маленькая. Все быстро сушается. И за счет этого динамичная. Что, никого нет? Может, АВМ будет? Что шикардосно было. Блин, как ты просто не представляешь, как неудобно на этом кресле сидеть вообще. А, залутался, это вот он стреляет уже, ебать. Да нах. Лучше. Ты что там лупишь? По кому вообще? Где-то. А чё потому не лупишь-то? Где-то? Я тут же был, блин. Не знаю, куда они делись оба. Я где-то наверху был. Второй тут где-то прям был. Может, он его убил. Блин, ну, не один, так другой. Ай, блин, такая карта хорошая. Ну, что-то не пошло, видишь. Ну, тут, видишь, от удачи тоже зависит. Вот так вот выйдешь, и ты же не знаешь, что там этот чел будет по тебе стрелять. Ты думаешь, все нормально, все гладко. Один спину, бац-бац, все. А тебе спину надают, да и все. Ладно, я здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, увидимся.